Добрый день, уважаемые коллеги, партнеры. Сегодня мы бы хотели вам рассказать про новинку компании Rapuль 2022 года, гибридный сорт озимого рапса Dynamic. Что характерно, что свойственно для данного гибридного сорта, основные и ключевые его характеристики, мы постараемся вам сегодня рассказать. Гибрид Dynamic – это комплексное сочетание генетической устойчивости к различным болезням, с толерантностью к засухе, с высокой устойчивостью к растрескиванию стручка. В своем составе, благодаря наличию гена устойчивости к фомозу RLM7, гибрид Dynamic обладает устойчивостью к фомозу. Благодаря наличию гена устойчивости R54, гибрид Dynamic обладает устойчивостью к вирусу пожелтения Турнепса или TUV устойчивость. Благодаря своим генетическим особенностями или своему генетическому основе, гибрид Dynamic обладает высокой устойчивостью к растрескиванию стручка. Это дает возможность или пластичность при проведении уборки гибридного сорта Dynamic, так как благодаря высокой устойчивости к растрескиванию стручка уборочные работы могут продолжаться не 1-2-3 дня вперед, когда гибрид созрел, а могут быть более растянуты, потому что стручок плотно держит створки, не раскрывается, тем самым предотвращает непродуктивные потери масла семян. Помимо всего вот этих вот комплексной устойчивости, гибрид Dynamic свойственна еще более высокая толерантность к засухе, то есть это пластичность при возделывании на более легких, менее влагоемких почвах Беларуси. Гибридный сорт, если сравнивать по интенсивности развития нашей линейки, будет один из самых интенсивных. Поэтому наша рекомендация его сеять в оптимальные или чуть более поздние сроки. Все-таки же, если же хозяйство или специалисты хозяйств решают начать посев Dynamic в более ранние сроки, наша рекомендация уменьшить норму высева и начинать сеять, если более ранние сроки для конкретной почвенно-климатической зоны, то сеять с меньшей нормой высева, приблизительно на меньше, чем на 5-10 семян на метр квадрат. Почему мы рекомендуем его высевать более оптимальные, более поздние сроки? Потому что гибрид Dynamic интенсивно развивается, и для гибридной Dynamic свойственно вытягивание точки роста. Поэтому при чуть более поздних сроках сева и, соответственно, при проведении росторегуляции надо учитывать этот момент. На гибриде Dynamic росторегуляцию надо начинать в более ранние сроки, чтобы избежать вытягивания точки роста. Ранней весной гибрид Dynamic стартует чуть умеренно по интенсивности. Благодаря этому он может избегать ранневесенних приморозков, если они будут наблюдаться. По срокам цветения гибрид Dynamic характеризуется более поздними сроками цветения. Это приблизительно такие же сроки будут, как гибрид наш Франклин, Дариот, сроки цветения на Dynamic'е. По срокам созревания это среднеспелая группа у гибрида Dynamic. Растения гибрида Dynamic мощные, с высоким габитусом, поэтому весной допускается проведение как весенней росторегуляции как фунгицидами с росторегулирующим эффектом, так и конкретно продуктами или препаратами, которые обладают ярко выраженным росторегулирующим действием. Потенциал урожайности у гибрида Dynamic огромный. На теперешний момент гибрид обретает популярность или выходит на передовые позиции в соседних странах, таких как Польша, страны Прибалтики. Более подробно про гибрид Dynamic вы можете просмотреть на нашем сайте rapul.by, либо в нашем печатном материале «Каталог озимого рапса» компании «Rapuль» 2022 года.